рассказывает? Да? Да. Да. Я их обожаю. Привет! Здорово! Мы здесь снова. И опять Лейпциг, Германия. Сейчас август 2008 года, и на дворе Games Convention. В прошлом году, если вот кто-то смотрел наш репортаж, мы сказали, что это будет последняя выставка в Лейпциге. Она, скорее всего, переедет во Франкфурт или в Кёльн. В общем, она не переехала. Нет, тогда были тут только слухи, но в этом году все подтверждается. И будем из Кёльна тут везти. Ну, может быть, вы увидите нас тут же. Тут никто не может гарантировать. Причин, по которой Лейпциг вдруг перестал устраивать всех издателей игр, несколько. Во-первых, это действительно маленький очень городишко, потому что, ну, здесь инфраструктура небольшая, здесь надо отель бронировать за полгода. Во-вторых, он достаточно далеко находится, от того же Берлина сюда ехать, ну, больше часа. Ну, и, наконец, третье и самая, наверное, главная причина, потому что Лейпциг за все эти годы, сколько проходит выставка, просто уже всем надоел. Вообще, сегодня у нас традиционно первый день, бизнес-дэй, здесь нет никаких посетителей, которые заполнят холл и не будут давать там работать. Мы можем посмотреть нормальные игры, пообщаться с разработчиками, в общем, поработать нормально. Ну и плюс ко всему прочему, у нас сегодня еще очень большая программа. Сейчас мы, например, пойдем в компанию Electronic Arts, нашу любимую, смотреть на Mirror's Edge, Dead Space, все остальные игры, которые мы видели 150 раз, но мало ли, может, что нового покажут. Например, Need for Speed Undercover, я, честно говоря... И Godfather 2. Говоря, мы посмотрели все эти игры Electronic Arts, которые мы до этого не увидели уже в собственном раз. Ну, во-первых, это был Godfather 2, который здесь показывали впервые. Потом был Dragon Age, который мы наконец-то посмотрели на E3, мы его тоже видели, но здесь мы поставили побольше геймплей и все остальное. Да. Ну и в-третьих, это был, естественно, Need for Speed Undercover, новый Need for Speed, который теперь можно себе посмотреть, играть. То есть визуально это не то чтобы там хоть какой-то шаг вперед, это топтание на месте. Это тот же движок, в него включены несколько фишек из Pro Street, этот объемный дым, который хороший, но бывало, мы видели уже и получше реализации в гриде в том же. В общем, вспомните Most Wanted, представьте, что там очень-очень много сюжета, и все вертится вокруг сюжета, нету игр с полициями, и, ну, ищите 10 отличий, потому что все на самом деле то же самое. То есть модель повреждения, физическая модель является чем-то между средним, между Most Wanted и Pro Street. Мне, в принципе, понравилось то, что они сделали фишки, что ты можешь полицейские развороты делать. Там игру показывают, собственно, Xbox, и там вот одним левым стиком, так вот его нажимают, ты можешь делать полицейский разворот буквально вот в полдвижения. То есть ты не должен там тормозить, как нажимать ручник и прочее. А вот полдвижения сделал, он так сам автоматически. Ну, типа, это красиво показывается, не, камера не сзади постоянно держится, а в ней показывается. Это еще один Need for Speed. Понимаешь, у меня такое ощущение, что, ну, серия очень в стагнации находится. То есть Need for Speed не делает шагов вперед. То есть у нас есть нам реально нормальный next-gen в гонках уже, и есть на что просто посмотреть, это чтобы пачка отвисала. А в NFS этого нету. Остается вот надеяться, что будет геймплей настолько вот хорошим, что мы будем продолжать в это играть. И там есть хорошие новые интересные режимы. Мне вот очень понравился Highway Battle называется. Это гонки на перегонки по шоссе со встречным трафиком, где нужно обогнать соперника. В течение какого-то времени удержать его за спиной, короче. Да, да, то есть таранить другие машины, чтобы он не мог проехать. Короче, на газ давить и ехать вперед. Так же, как и в Most Wanted, есть саундтрек, не только лицензированная музыка, но и голливудский такой саундтрек, который очень подстегивает. Который, кстати, почему-то динамический, в зависимости от ситуации. То есть, например, если вот вы едете по дороге, видите, полицейский приезжает, и музыка становится громче, переключается на другую, и начинает так динамически, вот, знаешь, вот, нам напомнил кинофильм про Борна какой-нибудь. Да, ну, такая вот бодренькая. Если вы играли в Most Wanted, то это примерно так же, только, может быть, даже еще более так адреналинно. Ну, поинтереснее, наверное, да. Поинтереснее даже. Большое изменение — это то, что вот роликам очень много внимания уделено. То есть то, что мы видели, это действительно больше на фильм походило. Но настораживает то, что уж какими-то микросекундами скармливается сюжет. То есть что такое ролик, вот, который нам показывали? Он длился 5 секунд. Типа заходит тетка, что-то говорит, и все, начинается действие. Ну, нет, нам, конечно, сказали, что будут ролики там и по 2, и по 5 минут. Но все равно какой-то очень странный подход. В общем, не знаю. Мне кажется, надо посмотреть, как будет выглядеть оригинально. Да, сейчас. Ждем и будем надеяться, что будет хорошо. Ну и куда ты пошел, милейший?
Ну, а еще мы посмотрели Dragon Age. Да, Dragon Age – настоящая такая вот old school PC RPG. То есть такая вот RPG, которую могли бы выпустить 10 лет назад, только с графикой современной, клевой и красивой. BioWare гордо говорит, что это возвращение проект... к корням. Да. Да, это возвращение к корням, но учитывая то, что у них сейчас очень много проектов в производстве, ну, действительно, они просто на все аудитории постепенно распространяются. Mass Effect как бы для масс, Dragon Age – это для тех, кто когда-то любил Baldur's Gate. Да, ну это называется вам, короче, хардкорщики. То есть вот всем тем людям, кто вот помнит еще имена типа Baldur's Gate, например, там, Baldur's Gate Torment, ну, Ведьмак хотя бы вот с другой стороны. Вот. На самом деле даже Ведьмак, он гораздо более, вот, более осовремененный RPG, чем то, что мы увидели. И могу сказать, что при всей любви к BioWare, вот мой личный тест на засыпание на презентации, эта игра не прошла. То есть зато и... там есть огромные инвентари, в которых надо вот щелкать мышкой. Там есть такие, значит, территории, которые там надо исследовать. Вот, знаешь, вот так вот, раздавая приказы, куда вот ну, должен каждый перемещаться, мышкой щелкать. В общем, короче, десятилетней давности геймплей с современной графикой. Но, с другой стороны, мне очень понравилась боевая система. Она действительно навороченная. То есть одна магия может крыть другую. Есть какие-то, ну, переключения между персонажами. Это действительно хорошо, интересно. И мне понравилось то, что все-таки, несмотря на то, что игра, на самом деле, не очень сильно вылизанная. То есть она не будет такая, как Mass Effect. Вот Mass Effect, она идеальна, да, она вылизана. Вот каждое движение, каждый диалог. Здесь это возвращение к театру голов, когда сходится там четверо человек и начинают просто вот так вот стоя с минимальной анимацией. Естественно, главный герой не мой, как и положено. То есть он не произносит ни фразы. Ты просто выбираешь вот текст, вот и значит, слушаешь монолог такой, как он. Супер классика. Но при этом все равно очень в нужных местах, в ключевых, там, битва с боссом и прочим, есть наличие анимация, и есть какие-то специальные фаталити для боссов. То есть вот это очень приятно. Не то, что он просто там рубанул мечом и здоровый монстр упал. Есть обязательно анимация, как он его убивает. Ну, чувак, сейчас на дворе 2008 год. Если ты валишь огромную тушу и при этом там не выкалываешь ей глаза, мне кажется, эта игра уже вообще не канает. А еще в Dragon Age непонятно, вот, что все-таки с сюжетом будет, потому что он называется Origins, и они все говорят, что я типа продюсер франчайза Dragon Age. То есть похоже, что при всей вот этой ориентации на хардкорщиков и прочее, они будут делать то же самое, что с Mass Effect, попилят ее на три части и будут продавать кусками. А вот это уже проблема. Потому что последние годы BioWare, на самом деле, очень хорошо развивались, то есть они вот постепенно исключали такие вещи, которые, ну, на самом деле, большинство игроков утомляют, раздражают и делали их удобными, интересными и, ну, правильно двигались. Ошибка с Mass Effect это то, что ее как раз сократили очень сильно, из-за этого пострадала глубина и все ощущение от того, что это какое-то глобальное вот, приключение. И есть подозрение, что здесь они совершат такую же ошибку. Не факт, что эта деревня из 90-х кому-то будет нужна, но с другой стороны, действительно, несмотря на вот эти раздражители, есть за что ее любить, и в том числе это за большое-большое разнообразие. Она позиционирует просто Dragon Age как игра, в которой просто на каждом буквально шагу происходит какой-то выбор, в котором сюжет разветвляется не просто там два раза там за всю игру, как обычно их там был принято у BioWare, а который разветвляется просто постоянно. Там даже такая вот мелочь, как, например, какой раз персонаж зависит, там, может влиять действительно на прохождение каких-то квестов. Словом говоря, вот нам показывают прям момент, где вначале подошел персонаж человек, героя там, и пытался у него там что-то купить, там какие-то сандали, да, чугунные. А потом то же самое, к этому же самому персонажу подошла Эфик, главный герой, и он ее, мягко говоря, послал очень жестко, потому что говорит, что это такое вообще, что вы тут ушастых не любят. Ушастых мы тут не любим. В общем, в этом смысле, как бы, игра имеет очень много там всяких разных разнообразных моментов. Непонятно, что это сейчас, это будет ли реально работать, действительно ли я там одно неосторожное слово, потом повернет весь сюжет вот так или нет. Ну, посмотрим. Ну, в общем, это такая классика, которая, в принципе, интересна. Она очень во многом устарела, но в ней есть по-прежнему притягательные моменты, вроде «делай, что хочешь, пройди квест 13 способами и будь счастлив». Вам хардкорщики. Еще одна игра, которую мы посмотрели, это был Godfather 2, но это коллегу. Доминик, я хочу, чтобы ты был боссом. Will you do this for me? Yes, Michael. I will.
Godfather 2 это в каком-то смысле лучше, чем Godfather 1, хотя бы потому, что они что-то пытаются сделать с геймплеем, то есть, ну, прекращают делать это просто тупым клоном GTA и мафии, а что-то пытаются свое добавить. Ну, это действительно было очень глупо в первой части, потому что ты вроде как крестный отец, а все, чем ты занимаешься, это хватаешь за грудки и трясешь каких-то, в общем, китайцев, которые держат вообще прачечные. Ну, то есть крестный отец в фильме как бы этим не занимался. Здесь действительно есть стратегический элемент, тебе сразу приходит там иконка, ты на тебя напали, ты включаешь карту, посылаешь там своих чуваков, чтобы они отбили это здание или наоборот защитили. Но дело в том, что на этом все. Ну, то есть это опять великий оскаровский фильм, который низведен просто до абсолютно одноклеточного экшена, где реально у тебя порно-студия какая-то есть. Но есть еще неплохая, довольно причем рукопашная, там с комбо каким-то, с блоками, она и в первой части была ничего, а здесь видно, что они этот элемент прорабатывают. Но сам экшен, сам шутер, ну как-то все это выглядит позавчерашним, честно говоря, днем. Картинка нормальная, ну такой тоже, ну как бы, не до GTA 4, вот. Ну нету физики, нету эйфории Engine, нету хорошей физики машин. Ты понимаешь, что это было бы прикольно, если бы не GTA 4, если бы не вообще все те шаги, которые жанр сделал за это время. То есть они вроде что-то добавляют жанру, чего в нем не было. Стоило ради этого ли городить новую игру? Ну, как бы, интересно ли в это будет играть? Наверное, не очень. Просто самое ужасное, что они опять используют элементы сюжета, только теперь второй части. Все происходит в 60-х, но по стилю, потому как они выглядят, потому как они разговаривают, герои, там факт-перефакт через каждое слово. Это скорее больше похоже на мелкое мошенничество, а не благообразное, значит, вот такое вот практически высшая справедливость, там же, когда на тебя там взирал этот Дон в Godfather, так ты прям, не знаю, понимал, что вот справедливость большая, а тут какая-то фигня. В общем, конец первого дня. Как видите, уже закат. Будем в самых разных местах, с самыми разными персонажами. Вот у нас еще Олег тоже был в самых-самых разных местах. Я видел Wanted, который оказался неожиданно хорош. Чего я вообще не ожидал. Там есть витающие по траектории. Конечно, да, они есть. Сжимаешь бампер специальный и вот так вот, ну, как бы настраиваешь угол траектории, по которому это все полетит. То есть ты прям реально выбираешь параболу. И за счет этого можно очень много всего трюков, ну, исполнять баллистически, потому что все окружение интерактивно. Гаделек, а вот вообще для геймплея, да, вот чем вот полезно, то, что пуля летит вот. Ну, потому что там очень часто бывает, что человек стоит за кавером каким-то, ну, то есть за укрытием. И по тебе стреляет, и к нему там не может подобраться. Ну, в основном это мейнли под упон. И тебе там игра сразу подсвечивает врага за укрытием, ты видишь, как по нему надо выстрелить, чтобы попасть. Это во-первых. А во-вторых, помимо простых убийств по параболе пули сразу по врага, можно еще там как-то стрелять по окружающим всякими там декорациям. Они все будут взрываться, там врагов заваливают чем-то. Там уровень единственный, который будет, это в самолете летящий. Ты можешь, например, пулей взорвать какой-нибудь бак, там сразу реально в самолете разгерметизация, выпадающие из-за маски кислородные, и врагов начинает усасывать в дыру какую-то, самолет там кренится вообще, все по физике падает. То есть все довольно как-то так, я, честно говоря, даже не ожидал. Это экшен. На самом деле ничего нового в нем нет. Вот. Ну то есть укрытие, как в Gears of War. Можно брать в заложники других чуваков, как там в тысячи других игр. Можно двигать укрытие, как там тоже в тысячи других игр. Но можно, значит, есть мили-комбат, ну то есть ручные схватки рукопашные, как в там Борне, например. Но все это сделано очень брутально, во-первых, то есть там хватаешь чувака, по нему начинают все террористы все равно стрелять по своему. Все в кровище, на тебе вот так остается кровь, он там ему в итоге всаживает в горло нож, короче, выкидывает нафиг из самолета в дыру там. Вот я как хотел спросить, да, там стилистика фильма сохранена. Очень, да, брутально. А Анджелина Джоли вообще там есть? Анджелина Джоли нет, ну то есть пока они не показывали. Но главный герой, то есть выглядит как главный герой полностью. Вот сейчас выглядит как крепкий, интересный, бодрый, там, то есть с кровищей, с очень интерактивным окружением, то есть и вообще с классной механикой довольно. Такой, в ней ничего нет, откровений нет, но она клевая довольно. То есть это приквел или не приквел? Это параллель клевый какой-то. Видел еще игру Fuel, новый рейтинг от Codemasters. Смысл в том, что это огромная территория в Северной Америке, то есть вообще полностью open-ended. При этом там куча всяких зон климатических.
и различные виды, разумеется, физически корректные там почвы. То есть там болото, песок, гравий, тра-та-та-та-та. В зависимости от того, едете вы на грузовике по болоту или на обычной машине, у вас там машину больше утопится. Это гонки, главная ставка которых на масштаб. Сначала там ты в горах едешь над облаками вообще, потом спускаешься вниз, начинает идти снег, у тебя там сразу машина начинает увязать, потом идет, ты еще спускаешься ниже, с гор идет дождь, потом идет болото, потом вдруг какой-то смерч, нахрен сносит пол леса, короче, ты там куда-то в грязь, вот круто. Но с другой стороны, как бы, ну, показали ролик даже геймплей, ну, вроде это все там есть, но насколько это будет интересно, все пока непонятно, но амбиции там колоссальные совершенно. Плюс все это еще, значит, про глобальное потепление, про то, как там затопило нафиг это еще Америку. Экологический фактор здесь. Да-да-да, там экологический фактор, типа там глобальное потепление, Америку затопил, там гоняешь в Гранд Каньоне, то есть там все лендмаркс, то есть как бы ключевые точки американские, они все на месте. Угу. Ты гоняешь по Северной Америке и там проезжаешь через там разрушенный вот этот Skywalk, смотровая площадка угу. в Гранд Каньоне, она там порушена, значит, мимо каких-то там кораблей, высохшего моря гигантского. Это постапокалипсис непонятный. Ну да, но он сказал, что мы просто не знали. Мы сначала придумали эти огромные открытые пространства и не знали, как их сюжетно связать. И в качестве шутки, говорит, еще 2 года назад придумали вот это глобальное потепление, а тут, говорит, цены на нефть поползли, и вообще все как-то мрачно. И мы уже, говорит, теперь не знаем. Это, говорит, вообще-то было as a joke. Я сегодня побежал на Blizzard в надежде, что там сейчас наконец-то сделают свежий анонс новых персонажей, там, не знаю, покажут, может, поиграть даже дадут в Diablo 3. А там, значит, в комнате совершенно пустой такой, черный, висел логотип Blizzard, сидел Джей Вилсон, один из продюсеров, и стоял телевизор, по которому гонялись ролик, который видели в Видеомании 2 месяца назад. Я первый вопрос просто задаю продюсеру. Ну, вы знаете, вот, типа, вот, у нас тут читатели, вообще аудитория, да, русская, ну и вообще мировая, вот вас на форуме тоже пишут. Говорят, что-то недовольны вообще, в принципе, визуальным стилем вот нового Диабло, и даже там арт-директор что-то сейчас ушел или как-то ушли, ну, нас не интересует, что с ним случилось. Ну, вот как-то вот еще, что вы скажете по этому поводу? Что это вообще у вас там с визуальным стилем? Он мне рассказывал, наверное, реально сидел 10 минут реального времени, говорю, так, знаешь, что-то воспринял это просто как вызов просто себе. Говорю, как недовольны, это отлично, это очень красивая игра, это, ну, посмотрите, что было во второй Диабло? Вот идет серый скелетик по серому, там, по серой стеночке, его же не видно, а тут все ярко, тут все заметно. И я с ним разговаривал, и у меня рука как бы автоматически пишет все, что я слушаю, я вот ему киваю, думаю, ну, хорошо, интересно. А потом посмотрел, что я записываю в блокноте, так открываю, у меня там вот на странице реально бла-бла-бла-бла-бла, вот так вот написано. Реально ноль новых фактов про игру Диабло. Что это будет хорошая игра, это мы все так знаем, да, но вот теперь нам об этом продюсер полчаса рассказывал еще раз. Пока вы сегодня, значит, ходили там всяким мучительно, я пошел посмотреть всю линейку Capcom. Представлял линейку какой-то экзекутив, пиар немецкой там, представитель Capcom. Он бедный, он очень веселый, хороший, добрый мужчина, но он, к сожалению, совсем не умел играть в игры. Он играет в Bionic Commando, вот, и у него не получается цепляться этой рукой. Я на него смотрю, он мучается, он падает в пропасть время. Я говорю, мужик, а может я? Он реально, тут он как будто ждал этого вопроса, он дал мне просто джойстик, я так прыгаю, рассекаю. Я получил реальный хендзон на игры Capcom следующие. Bionic Commando, Resident Evil 5, может быть, я единственный человек на земле, кто сейчас отыграл в Resident Evil 5. Ну, естественно, Street Fighter. Street Fighter, возможно, было всем играть, тут никакого секрета нет. Bionic Commando, в общем, это такая вот игра, в общем, все, что мы от нее писали, оно все оправдывается, вот глядя на нее и даже играя в нее. Она сейчас балансирует между 7 и 8, как правильно Олег совершенно сказал. То есть непонятно, или это очень слабая А-игра такая, ну, вот знаете, из таких, из хороших, просто хороших, или просто очень сильная средняя игра, ну, неясно. В общем, что, все, о чем мы писали, там действует, действительно, эта рука, она там цепляется за все. Причем там показали уровень, очень интересно, не в городе, где он там цепляется за какие-то там каменные джунгли, а реально в джунглях настоящих, таких, в лесу. Вот, и он там как Тарзан, этот главный герой, просто с ветки на ветку. На нее напал какой-то босс, такой человекообразный робот. Знаете, такой роботех, но только маленький, такой двухметровый. Только роботех на нее напал, он этого роботеха там пинал как-то в спину. В принципе, Bionic Commando относится к такому типу игры, как недавно вышел консольный коллекшн, как раз, который назывался... В общем, Bionic Commando вот, мне сейчас напоминает игру вот такого вот класса, вот как, например, недавно вышел на Xbox, такой вот экшен, который называется Dark Sector. То есть у нее есть ровно одна фишка, одна,
И она вот используется, вот весь геймплей вот на ней только и построен. То есть в Dark Sector это было вот метание диска из руки, например, такого, а здесь вот это, не знаю, как Человек-паук, вот цепляние вот этой железной рукой. В общем-то здорово, в принципе забавно, я поиграл, было очень весело, но я не знаю, хватит ли это там, хотя бы там на 5, 6, 10 часов геймплея, будет ли это весело, лишь непонятно. Возможен эффект Call of Juarez, когда игра кажется плохой, а на самом деле хорошая. Но возможен эффект... Затем прекрасную игру еще показывали, которая называлась Dark Void. Игра, на самом деле, на удивление, оказалась гораздо интереснее вообще, чем, в принципе, я вот думал, себе предполагал. То есть, ну что это такое? Это такой wannabe Gears of War шутер, по-хорошему. То есть это мужик в латах таких вот футуристических, бегает, прячется так за ящичками, стреляет во всех. В общем-то, в рукопашную тоже так трясет вот этим джойстиком, чтобы кого-то себя стряхнуть. А инопланетяне — это вообще это просто полный караул. Знаешь, такие вот реально сектоиды, помнишь, как это? Да-да-да. Только ты представь, что сектоиды их вот так вот вытянули, вот они стали двухметровыми, и вот такие вот ходят, такие вот невзрачные. Я на самом деле так вот смотрю, думаю, господи, ну какая-то реально пародия на Gears of War. А у него за спиной такие вот турбины, короче. То есть он перечисляет как подлетает. Я пускай думаю, что ж такое Рокетмен какой-то, не понятно, зачем турбины нужны. И тут, короче, он на этих турбинах подлетает, хватает за какой-то кусок скалы. И начинается вот то, что они называют вертикал шутер. То есть это мужчина вот так вот лезет куда-то наверх. У тебя вот камера прям вот так вот просто вот съезжает. Он действительно кого-то там срывает с этих скал, в кого-то стреляет, опять так же прячется, там немножко подлетает на этих турбинах, там цепляется за что-то, там как-то подтягивается. То есть интересно вообще так. То есть он так бац-бац-бац забрался, причем долго, там минут 5 забирался на эту скалу, и опять пошел там стрелять за ящиками, прятаться. Я такой думаю, о, типа интересно. Дальше. Он бежит, хватает апгрейд для этого своего ранца там такого вот. И он начинает реально лететь, как вот в старой игре, это называлось Project Nomad. То есть он как вот та-да! Вот взмывает, как Супермен, в воздух. И начинает вот так вот летать, короче, там что-то мимо каких-то там ракет. А в небе в этом все парят летающие тарелки, причем классические такие круглые летающие тарелки, парят тоже, что-то лазером землю поливает, битва какая-то идет. Он приземляется на летающую тарелку, а на летающей тарелке там сидит такой инопланетянин в таком коконе, и он начинает в него стрелять, там, в этого Рокетмена нашего. Рокетмен начинает отдирать какие-то жестяные куски от тарелки, все это в воздухе происходит, все это крутится. Там, значит, какие-то передатчики перебивать рукой, перебивает все эти передатчики, кокон типа исчезает, он хватает инопланетянина, сбрасывает его нафиг с этой тарелки, сам садится за руль, и начинается все третье дно в игре. Он реально летает на летающей тарелке, вот Crimson Skies, просто совершенно тронь. Любой вот аркадный симулятор, вот чистой воды, летает на этой тарелке, где-то там под мостом пронес, где-то там петлю какую-то сделал. Я смотрю, такой, господи, господи, это боже мой. А игра, кстати, между прочим, от авторов Crimson Skies 2. То есть, в общем-то, наследие, оно тут ясно. Игра тоже вообще непонятна. То есть выглядит она странно. Они там, конечно, все клянутся божаться, что это все движок не финальная вообще версия, она выйдет вообще 2009 год, не раньше. Но в целом вообще по геймплею вот три вот таких фичи, они мне понравились очень сильно. И, наконец, специально для всех наших рассказываю про Resident Evil, так сказать, хендзон из того, что я поиграл сам. Ну, это очень круто. Круче на GC вот в первый день я не видел ничего. По геймплею. Четкий четвертый Resident Evil. Вот Resident Evil 4, один в один. Игра жуткая очень, сцена. Стоят эти зомби, там такой огромный палач с топором, и он, значит, собирается вот перерубить там голову, там, как будто там зомби, они там казнят каких-то своих. Тут они видят там наших героев, там двух таких, показывают так дрожащим пальцем на них, и начинают все зомби на них вот так вот. Вначале начинают бежать, я думаю, черт, здесь быстрые зомби в этой игре. Потом они все-таки еле там начинают ковылять, понятно, что они помедленнее. Ты стреляешь там по коленкам, он западает на колено, ты подбегаешь, делаешь ему там апперкот, он там куда-то в забор влетает, физика, все разрушается, естественно. Влетает забор, падает забор, они лезут через забор, все-таки. Свет вообще днем происходит вся сцена, жутко так, что думаешь, сейчас тебя порвет. Девчонки какие-то, они везде, они не кончаются, тоже что-то отстреливает, ты в кого-то тоже стреляешь, постоянно патронов нету, сносишь там какие-то, не знаю, ящики, чтобы там хоть какой-то патрон найти. Вот, тут этот палач еще гигантский, там совершенно какой-то зомби-босс такой идет с таким топором просто, вот. На тебя ты в него стреляешь из шотгана, а он падает, снова встает. Вот, ты начинаешь лезть куда-то наверх, они тоже начинают вот так вот наверх подниматься просто, ты им там уже по рукам стреляешь. Реально сэндбокс. Ты можешь запрыгнуть наверх, там отстреливаться снизу, например. Можешь прыгнуть вниз, там, например, просто их рукопашную действительно мочить. Я реально от них спасался. Вот это 10 минут было, я просто бегал кругами. Ну как это выглядит? Ты где-нибудь выбегаешь, и тут там слева так на тебя так наступает какой-то зомби, так тебя обнимает. У него реально вот раскрывается просто пасть вот так вот, просто вот на три вот таких лепестка. Начинает дрожащий вот какой-то вот такой язык тебе, как у чужих, начинает лезть. И ты такой в этот момент просто трясешь эти джойстики, там уже пугаешься вообще всего на свете. В общем, вот четвертый резидент с инбоксом,
с вообще вот шутерной вот системой, там точечной очень хорошей. То есть стрельнул в руку, там оружие упало там у зомби, стрельнул в ногу, он там на коленку запал, стрельнул в голову, надо понять, там разлетелось, там как арбуз. Вот с жутью просто какой-то совершенно страшной. Ну и тут площадь, так и не замочилась. Я заряжался позитивом, потому что у меня было совершенно чудесное интервью с Ото-саном, собственно, лицо проекта Street Fighter 4, ни много ни мало. То есть это человек, который возрождает, собственно, легендарный файтинг Street Fighter 2. Честно говоря, когда я шел на интервью, я думал, что я буду спрашивать человека, который делает трехмерный Street Fighter, который ремейк Street Fighter 2, который был в моем далеком детстве. Ну, в то начале 90-х каких-то, НКС 80-х еще был. Не позорьтесь, мы не знаем. Вот реально был интересный разговор. Поговорили о том, как, ну, как началась разработка. Простых, в общем, вещах. И он просто вот дышит прямо этой игрой. Это, к сожалению, это правда редкость. Когда ты пообщаешься с человеком, и ты выходишь с интервью, и ты понимаешь, что это было не зря. Как бы. Это было тебе интересно, и ему, ну, как минимум, наверное, приятно. После интервью я вспомнил о уже, наверное, традиции играть в некоторые игры с их разработчиками. То есть у нас был Gears of War матч с Майклом Кэпсом, и теперь у нас, соответственно, мы сели с Ото-саном сыграть в Street Fighter. Ну, еще более бы смысленно, чем играть с Майклом Кэпсом в Gears of War, играть в Street Fighter с человеком, который его дизайнер. Ты продержался. Да, я продержался, думаю, все 15. Electronic Arts, к сожалению, вот новые игры, которые они показали, они не так впечатляют, как то, что мы видели в начале года, то есть Mirror's Edge, это явно лучше. То есть, ну, Dragon Age, поправка, это темная лошадка, но Need for Speed не впечатляет, а этот Godfather, это, ну, как говорит Олег, совсем люди не понимают, что делают. Или да. Как-то покрепче это обычно говорят. Да им бог сердце здоровья. Да, да. И вам. Увидимся завтра.